Смотрите, теперь мне надо зайти в центральную бисеринку из первой вот этой троечки. Видите, у меня получается, что у меня мой элемент не совсем ровный. Он не хочет быть ровным из-за того, что у меня получаются лишние бисериночки. Вот я, если боком вам покажу, вы увидите немножечко, что оно не совсем ровное. Пытается искривляться. Но смотрите, как у нас все это сейчас выровняется. Вот я вышла в центральную бисериночку, набираю биконус. Захожу в следующую центральную бисериночку следующей троечки. Снова биконус набираем. Следующую вершину нашей троечки. Биконус. Следующую вершину нашей троечки. И последний четвертый биконус мы закрываем колечко посередине. Вот смотрите, какой у нас получается здесь крестик. Кто захочет, может себе крестик вот такой оставлять или из таких элементов собирать себе, ну я не знаю, браслетики, что-то в колье использовать. Я пройду дважды по этой нашей середине, чтобы у нас все это было плотненько и не расходилось, чтобы лески не было видно. И смотрите, мне надо выйти таким образом, чтобы я попала, после того, когда мы сделали пару вот кругов по нашему центру, мы должны выйти по бисеринкам таким образом, чтобы мы попали под вот эту вот, в одном месте, ну, в любом месте, где вам будет удобно выходить, значит, попали под вот эти вот синенькие бисеринки. Ну, независимо, с какой стороны вы пройдете, вот я буду двигаться сейчас вниз по моим бисериночкам. Независимо от того, с какой стороны вы пройдете, вы будете просто менять направление вашего движения. Хочется, чтобы не расколоть ни бисеринку, ни чтобы все было аккуратненько. Не испортить работу, какую уже сделали. Так. Пройдем дальше. Хочется двигаться в том же направлении, как мы и двигались, поэтому вот я иду в эту сторону. Все, я вышла в бисеринку под моими синенькими мелкими бисеринками, то есть в бисеринку под нижней дырочкой нашего вот этого твина. Теперь я хочу заполнить расстояние вот эти между лучиками моего крестика, какой получился, поэтому я хочу использовать несколько крупных кристаллов. Вот смотрите, я здесь брала вот такие вот крупные 6×4 мм рондели. Но если вы захотите сделать, вот как здесь у меня в колье, элемент с 5 углами, вот такой вот он, у вас просто меняется количество изначально набранных твинов. Здесь я набирала 4 твина, и поэтому у меня получилось 4 лучика. Если я буду набирать изначально 5 твинов, но поступать совершенно так же, как поступала до сих пор, у меня получится расстояние между моими лучиками короче, меньше. Поэтому я использовала только биконусы. Вот смотрите, у меня здесь использованы те же самые биконусы, какие я использовала во всем моем элементе. Здесь же мне надо расстояние более большое, мне надо взять, использовать более крупные, либо жемчужинки, либо рондели, вот как здесь. Вот я и возьму такие крупные рондели. Вот у меня есть рондели такие 6×4 мм, нам понадобится 4. И мы будем их
вставлять таким образом. То есть после того, как мы вышли под вот этими мелкими нашими бисеринками, я набираю рундели и буду проходить по всем моим мелким бисеринкам. На следующей стороне вышла, видите? На противоположную сторону вышла. Подтянули хорошо. Поправим нашу лесочку, чтобы она ушла за наши мелкие бисериночки. В дальнейшем она спрячется у нас. Пока что вот так, чтобы ее не особо было у нас видно. И пройдем по твину, по биконусу, по следующему твину и по мелким бисеринкам. По мелким бисеринкам. Вот таким образом. Видите, я опять вышла в это место под мелкие бисеринки. Набираю следующие рундели и будем опять проходить по всем мелким бисеринкам с противоположной стороны. Вот видите, у нас больше всего видна лесочка здесь, когда мы вышли в этом месте. Здесь у нас лесочка будет прятаться намного лучше, когда мы будем заходить в рундели после мелких бисеринок. Двигаемся вперед. Все время продвигаемся по нашим бисеринкам, по нашим бусинкам, чтобы наша лесочка была спрятана. Чтобы наша лесочка была спрятана. Вот следующие рундели. И опять пошли по мелким бисеринкам. Подтягивайте хорошо. Вот таким образом мы двигаемся к завершению нашей работы. Последние рундели. И выходим к тому месту, где мы начинали наш набор с рундели. Вот теперь мы постараемся сделать так, чтобы подтянуть наши рундели и немножечко спрятать нашу лесочку. Вот таким образом. Вот наш элемент для нашей сережечки, в принципе, готов. Теперь нам нужно сделать вот такое вот соединение, чтобы мы могли уже подсоединять к швензе. Я выйду в биконус между нашими твинами, аккуратненько, чтобы не повредить ничего. И набираем твин, 3 бисеринки, заходим в верхнюю дырочку нашего твина, набираем еще один твин и второй твин, набираем 3 бисеринки. И заходим в нижнюю дырочку второго твина. Вот смотрите. Теперь я закрою мое колечко.
И у меня получается место, где я могу подсоединять мой элемент к швензе. Я пройду еще раз по этому колечку, чтобы вот все это было более прочным. Ну вот, и теперь мы можем делать пару узелочков, чтобы спрятать уже нашу лесочку. Попробуем пройти еще раз в наш биконус и обрезать леску. Теперь мне нужна швенза и колечко. Все, наша работа готова. Хочу сказать, что вот такие элементы без вот этого окончания мы можем использовать для браслетов. То есть, вот смотрите, вот такие элементы просто соединять либо за центральные вот эти рондели, либо за центральные рондели, либо за вот эти биконусы с двух сторон. То есть делать колечки с помощью бисеринок и соединять столько, сколько вам понадобится на объем вашей руки. Такой браслет выглядит очень красиво. И думаю, что вам также понравится, если вы сделаете для себя такой браслет. Я же делала вот в моем колье вот такие элементы из 5 лучиков. Они также выглядят очень красиво, но их можно комбинировать, конечно, делать в центре вот такой из 5, ну я не знаю, лучиков, да, скажем так, из 5 лучиков, и остальное колье сделать из вот таких вот, из 4, из квадратных. То есть, чтобы в центре у вас в колье было именно вот такой, был такой элемент, и далее набирать такие элементы. Но это опять-таки дело вкуса, дело вашей фантазии. А мы на сегодня наш урок заканчиваем. Если вам понравилось, можете подписываться на наш канал, чтобы получать новые видео-мастер-классы.